командир подразделения ВСДВ поставил рекорд в задержке дыхания 3 минуты 49 секунд. Ну, скажем так, до мировых рекордов это далеко, но для неподготовленного человека это практически невозможно. Сходу. Зачастую бывает так, что люди приходят служить на флот, они умеют плавать. Мы не зациклились в вариант именно учения плавать правильного, там, роль, брас, там, где мы учим держаться людей на воде. Учим держаться на воде в любых условиях. Но тренировки помогают более уверенно, более спокойно все под водой. Остальные ребята тоже доходят до результата. Надеюсь, в дальнейшем они будут заниматься после нашего отъезда. И будет у них такой же рыб командира.